Привет, YouTube, привет, подписчики моего канала. Вот, и небольшой анонсик или новость. Вот, я все-таки психанул и поставил свой велосипед. Из тех, что новый я делаю, поставил на 26 колеса. Взял полностью, сдул, если кто-то следит, помнит. Вот, были вот такие вот. Вот такая вот часть. Использовалась от велосипеда Тиса сзади, вот под 20 колеса. Я ее полностью сдул, вот, и сделал подвеску заново. Вот, мне кажется, что получилось замечательно. Вот, ну, все пока на прихватах не зачищено. Вот. Ну, в общем, велосипед начал выглядеть абсолютно по-новому. Ну вот, вот так пока 26 колесо с меньшей покрышкой стоит спереди, но будет такая же, как сзади. Вот, поэтому, если вам было интересно и вы за этим следили, можете как бы поставить лайк, мне будет приятно, вам не тяжело. Вот, ну а кто не подписан на канал, подписывайтесь на канал, вот, ставьте колокольчик. И увидите, когда он поедет. Да, и чуть не упустил. Самое главное, ну или не главное, но тоже интересное. Спереди у моего велосипеда будет вот такая вилочка. Вот я сделал заготовку. Вот, двойная вилочка. Вот так это будет приблизительно выглядеть. Но я думаю... Кто в теме, тот поймет. Вот. Поэтому вот. Куча изменений надо довести до ума. Ну, следите. Спасибо, что смотрите.